пора вставать. Девочки, встаем. Идем в ванную чистить зубы и завтракать. Лизонька, ешь скорее, я тебя причешу. Мам, ну я не хочу. Мам, где мой английский? Ну, откуда я знаю? Посмотри в комнате. Пап, где мой английский? Очень, я не знаю, спроси у мамы, Юль. Я уже спрашивала. Юлечка, пожалуйста, помоги. Что ты с галстуком? Садись, я тебе чай налью. Я уже ничего не успеваю. Спасибо большое. Помоги мне, дорогая, пожалуйста, галстук. Да, конечно. Я сегодня запускаю новую линию. Я же просил тебя вчера, чтобы девочки были сегодня готовы. Давайте, давайте, время, время. Кушай быстрее. Я вас жду. Ну, давай кусочек. Один маленький кусочек папа ждет, папа торопится. Давай. Девушка, будьте добры, посмотрите, пожалуйста, вот здесь пятно. В прошлый раз я сдавала, оно так и осталось. И еще, подождите минуточку, у меня еще много вещей. Девушка, у вас одна вещь? Да, у меня пиджак. Да, давайте его, потому что мы долго будем разбираться. Карманы присмотрите. Ой, сейчас... Муж телефон забыл. Сейчас я ему позвоню. Минуточку, подождите. Корпоративный. Девушка, вот здесь пальто, оно с натуральной норкой. Когда твои дармоеды отчаливают в Турцию? Соскучилась очень. Зато купила новое белье. Не хочешь взглянуть? Твоя Энн. Девочки, а что мне делать-то? Что значит, что делать? Да прижать его, кобеля. Сунуть носом в телефон и сказать, что тебе об этом известно. Не вздумай даже. Ну, прижмешь ты его. А дальше-то что? Ты сначала подумай, ты действительно хочешь знать правду? Да я даже не знаю, что я сейчас чувствую. Как мне быть? Мне сразу на развод подать или скандал устроить? А может быть, это ошибка? Ага. Да может быть, это вообще не ему? Ну да. Слушай, вот хочешь отомстить? Вот сейчас имеешь полное право это сделать. Да не хочу я мстить. И... Куда я пойду-то? Это квартира, это его квартира. Моя машина, это его машина. Я же здесь как посудомойка да полотерка. Он же завтра купит новый пылесос, выглядит меня и забудет о моем существовании. Куда я пойду? Это точно. Так, а может, что-нибудь покрепче, а? Я не буду. А тебе не рановато ли? Не рановато ли. Раньше сядем, больше выпьем. Девочки, вы, кстати, не забыли, у нас завтра встреча выпускников. Все мне отзвонились, будут все. Юль, а ты знаешь, кто тобой интересовался, а? Знаешь, нет? Не знаешь, но догадываешься? Юль, ну раз мы заговорили о сладкой мести. Юль... Нет, девочки, этого не может с нами произойти. Он мой Лёшка, он же не такой. Это ошибка. Я же тебе говорил. Ты целую бутылку вина на голодный желудок выпила. Ну ты даешь вообще. Маш, ну куда ты поедешь? Ну, давай я тебе на диване положу. Нормально все. Мне завтра статью сдавать. Мне надо домой. Ладно, девочки, я вас сейчас до такси провожу. Ты чего, мать, знаешь? Зачем пошла? А что? Девчонки, пойдемте по лестнице. Сейчас, если Алешка придет, я не хочу с ним встречаться. Я ему все выскажу. Ты меня знаешь. Она может. Ой, это Энн, наверное, маникюр, педикюр. Ну, гладко сделана. Ну и что? Может, и на фитнес записаться, а? Ну, как-то сидеть с собой. Похудеть. Точно. А если у нее ноги длиннее, ты к хирургу сразу.
А если она моложе, то геронтологу подслушай. Да не гнали ты себя, в конце концов, это он изменил. Да, говори, говори, говори. Все хорошо. Солнышко, я обязательно что-нибудь придумаю. Я тебя прошу, давай не будем форсировать события. Я все буду решать сам. Все. Я не сержусь. Я пока с ней поступить так не могу. Я говорю, поступить пока с ней так не могу. Ясно? Да, ласточка моя, все, давай. Как договорились, встречаемся завтра в ресторане. Все, целую. Что? Я не знаю. Давай, встречаемся в 2. Все, Ника, пока, я уже в подъезде. Давай, давай, я тебя тоже целую. Ну, один, что ли? Потом поговорим. Все, пока. Юлечка, дорогая, ну успокойся, пожалуйста. Слушай, а у него же есть любимый ресторан в центре, да? Ты пойдешь туда завтра? Давай я пойду с тобой, а? Юлька, не слушай ее. На, попей водички, на, попей, успокойся. Мы завтра пойдем на встречу выпускников, оторвемся там по полной за всех обманутых девчат. Пусть вот он теперь пострадает, ничего-ничего. Мам, у меня сочинение не получается. Помоги, пожалуйста. Что, ну совсем нет родных? Мам, что такое? Ты заболела или устала? Юль! Юль! Чуть не забыл. Ну, что ты к маме, Даша, прислала? Иди. Иди сама сочиняй. Видишь, мама устала. А у меня для тебя сюрприз. Поедешь в Турцию и отдохнешь. Да, 4 звезды, все включено. Посмотри потом. Ура! Лизка слышала, папа сказал, что мы в Турцию поедем. Да. Извините, женщина, заходите. Много водички сейчас. Давай, еще один кусочек. Самый сладкий. Только ради тебя. Последний раз. Давай. Да? Все. Здравствуй, дорогой. Не помешала? Может, познакомишь нас? Ну ладно, я сама. Я Юля, жена Алексея, а вы, видимо, Ника. Но вот не могу сказать, что рада познакомиться. Взаимно. Юля, что ты здесь делаешь? Да вот пришла посмотреть, какой у тебя вкус. Вкус, признаться, не очень. Но это не в обиду вам будет сказано. Ну, чем богаты? Я тебя прошу, не начинай. А я не начинаю, я... Так, просто зашла, я ухожу. Куда? Юля! Я сейчас приду. Юль! Юль! Ты зачем сюда пришла? Чтобы убедиться, что ты последняя сволочь. Тебя прошу, давай без этого пафоса. Придем домой, обо всем поговорим спокойно. Тем более, ты знаешь, я никуда не собираюсь от тебя уходить. Ты спятил? Дома поговорим? Да. Как будто не было ничего. Нет. Уходи. Убирайся. Я больше никогда не хочу тебя видеть. Что? Ха-ха. Ну уж нет. Если ты такая дура, что сюда приперлась, сама и выпутывайся. Если хочешь, уходи. Если есть куда. Что ты на меня так смотришь? Некуда. Об этом надо было думать раньше. А если ты думаешь, что я вот так просто соберу все свои чемоданы и оставлю жить тебя с моими деньгами, и с моими детьми ты глубоко заблуждаешься. Дети мои останутся со мной, а ты свободна, как ветер в поле. Thank you.
Привет, Маш. А во сколько у нас сегодня встреча выпускников? Да, я решила пойти. А шампанское там будет? Ну, вот и отлично. И я буду. Ну, пока. Ну, давай, я сейчас приду. Псих! Ты куда едешь? Вообще-то это выезд. Не хотите отойти? Здесь люди ходят. С вами все в порядке? Не все со мной в порядке. Из-за тебя каблук сломала. Давайте помогу. Руки-то убери. Совсем уже обнаглел. Расфуфырился. Что, приехал бывших одноклассников порадовать на свои крутые тачки? Королем жизни себя почувствовал? Вообще-то это не моя школа и не мои одноклассники. Апофеоз пошлости. А вам, я вижу, как раз туда. Почему ты мне туда? Нечего мне там делать. Ну, поехали тогда. Куда это? Куда надо. А мне никуда не надо. Ну, тогда в ремонт обуви поехали. В ремонт, так в ремонт. А как вы там оказались? Привез такую же знакомую девушку. Ну и она яро начала меня демонстрировать своим менее успешным одноклассницам. Я столько за свою жизнь не фотографировал, сколько там. Вы меня слушаете, нет? А? А? Шампанское плохое, не пейте. А по мне так хорошее шампанское. Я обычная женщина. Ну, я это так и понял. Обычная женщина, шампанское из горла. Что, даже не спросите, куда я вас везу? А куда вы меня везете? В ремонт обуви. Ну так поехали. Ваш дом? Нравится. Хороший. Только вот зря я к вам приехала. Давайте войдем внутрь. И там уже разберемся. Пойдемте. Осторожно. Нам же еще каблук чинить. Красиво. Только как-то неуютно. Безрадостно. А если вы собираетесь рубить правду? Может быть, выпьем? Я есть хочу. Ну, даже не знаю.
в холодильнике посмотреть что-нибудь там. Да, пойду посмотрю. Правда, там еды нет. Может, сыр какой-то остался? Может. Порежьте. А я выпью, пожалуй. Тут что, кулинарный поединок устроен? Да нет, это просто закуска. Просто закуска-то фисташки. Глоток коньяка или вино предпочитаете? О, нет, спасибо, мне на сегодня хватит. Ну, вы решили меня совсем доконать. Кстати, а как вас зовут? Юля. Еда – это мое хобби. Правда, муж этого не ценит. Это он зря. Такое сокровище нужно ценить. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия. Пап, я есть хочу. Опять? Я же вам только что сделал бутерброды. Я не хочу бутерброды. Ну, мне, извини, больше ничего нет. На, вот съешь конфетку. На. Пап, мама звонила. Она сегодня не придет. Она звонила? А где она? Она у тети Маши останется. Слушай, у меня тут подол от юбки отпоролся. Нужно подшить. Дашенька, милая, я целый день вами занимался. Дайте папе хоть немножко поработать, а? Я потом все сделаю. Учитель ругаться будет. Хорошо, давай свой подол. Правда в том, что вы сидите на шее у мужа. И у него, очевидно, появилась другая. И вам это почему-то не нравится. А что такого? Если мы все мужики так устроены. И это нормально. Не пили бы вы больше. Не, вы только не обижайтесь. Но на все ваши прихоти кто деньги зарабатывает? Он. Правильно? Принес стопку купюр, положил в тумбочку, и они там лежат. Да? Он обязан туда положить деньги. Правильно? Он же мужик, он должен зарабатывать. Я вообще не понимаю, чего вы переживаете? Ну, ходит мужик налево, ну, пускай ходит. Вот вы на физкультуру в школу ходили? Вот, вот и он ходит. Для него это просто секс. Слушайте, хватит уже о нем. А вообще знаете что? От таких, как вы, правда, не уходит. Хватит этот скучный разговор. Давайте танцевать. Давайте веселиться, Юля. Давайте жить полной жизнью. А вы были на хуле. Не подскользнитесь. Ничего, все нормально. Лунча, приступочка. Лунча, приступочка. Сейчас я вспомню следующее правило. С вами воспарим.
Маш. Извини, что разбудила. Я тебе потом все объясню. Ты можешь меня отсюда забрать? У меня даже денег на такси нет. Не знаю, где нахожусь. Адрес? Я сейчас найду тебе и смс-кой пришлю. Слепакова, ну ты даешь. Тебя как сюда занесло-то? Я, кстати, с мужем твоим полночи разговаривала. Грудью, можно сказать, прикрывала тебя. Перезвони ему, он ждет твоего звонка. Да, конечно. Ждет, не дождется. Юлька, послушай. Вот тот, кто живет в этом доме, ты сама подумай, ты ему на кой нужна? А Алешка, он все-таки отличный отец, да и мужик неплохой. Ты знаешь, что вот это? Поломайся и возвращайся к нему. Все. Маш, ну? Ну? Можно я у тебя поживу? Юлька, ну, конечно, можно. Но только неделю. А то у меня мой Женька Петрович возвращается. Давай, садись. Мой хороший, вы красавица. А ты была у тети Маши? Была, была. Я вам тут поесть привезла. Хинкали положишь в морозилку, а блинчики с мясом сейчас разогреть. А ты куда? Мне еще к тете Маше нужно заехать, она мне просила помочь. Ладно, приезжай быстрей. Помоги сразу к нам, ладно? Ладно. Пока. Пока. Так, заходим. Так. Юль. Девчонки, подождите секунду. Юль, ну правда, ну хватит дурить. Давай возвращайся. Будем считать, что я все понял и сделал выводы. Поздравляю. Нет, я прошу, пожалуйста, давай не будем набивать себе цену. Между прочим, я получил премию. Да. И хочу, чтобы ты ее всю потратила. Не жалко. Пойдем. Пойдем домой. Хорошо, хорошо. Я готов выслушать все твои условия. Что ты хочешь? Я хочу, чтобы меня любили и уважали. Юлечка, я тебя люблю. Я тебя содержу. Ну хорошо, что в твоем понятии уважение? Это что, еще больше денег? Уважение в виде уважения. Хотя, как я понимаю, эти слова тебе ни о чем не говорят. Значит так, я поживу пока у Маши, попробую найти работу, сниму квартиру и девочек заберу себе. Юль, какую работу? Кто тебя возьмет? А насчет девочек забудь, они останутся жить со мной. И не надо на меня так смотреть. И вообще, я хочу, чтобы ты подумала. И мы сделаем оба вид, что ничего не случилось. Все. Да, но в объявлении у вас не указано. График 2 через 2 мне не подходит. И... Нет. Спасибо. Пап, ты что, квартиру решил спалить, а? Возьмем в школу яблоки. А мама звонила? Да, звонила. Она приедет. Все, давайте, иди. Пойдем. Нужно посмотреть правде в глаза. Я ничего не умею делать. У меня нет опыта работы, у меня нет навыков. Я не найду работу в этом городе. Так, Юль, давай без паники, я тебя прошу. Леша прав. Я не могу жить у тебя вечно. Скоро я, поджав хвост, пойду к нему просить прощения. Юль, у вас все-таки двое детей. На мужчину всегда можно поднажать. Ну о чем ты говоришь? Я не стану его шантажировать детьми. Он отличный отец, его девочки обожают. И куда я их заберу? Я сама бездомная. Они же не виноваты, что он гулящий, а я простая, как... кусок хозяйственного. Слушай, Юль, хватит, а ты постоянно о себе уничижительно говоришь. Я домохозяйка, я уборщица. Как будто в том, что вести дом и воспитывать детей, есть что-то постыдное. Послушай,
если ты сама себя не уважаешь, ну, я не знаю. В конце концов, наверное, нужно вспомнить свои сильные стороны. Они у тебя есть. Ну, о чем ты говоришь? Какие сильные стороны? Они остались вместе с мечтами о сладкой жизни еще в институте. Потому что карьеру надо было начинать 10 лет назад. И были бы у меня сейчас и Парижи, и яхты, и кабриолеты. Ты мне денег одолжишь? До первой зарплаты. Юль, так не обломится, что с этого? Ну, я и так хоть чуть-чуть. Ну, что я правда есть хочу. Даже... Слушай, если у меня все выгорит, я тебя просто закормлю деликатесами, обещаю. Ты еще меня умолять будешь о картошке в мундире. О картошке в мундире? А, вот оно. А что выгорит-то, Юль? Выгорит я пока не знаю, потому что бизнес-план в моей голове имеет пока достаточно смутные очертания. Бизнес-план? Ну что, поехали на касс? Поехали. А вы кто? Я к Николаю. Позовите его, пожалуйста. Подождите, я попробую его найти. Так что деньги на избирательную кампанию, проблем, думаю, не будет. Ники, там тебя у ворот какая-то женщина ждет. Какая женщина? Не знаю, с сумками. Одну секундочку, господа. Здравствуйте. Вы? Я по делу. Прошу прощения, у вас как? Юля. Юля, зачем вы здесь? Я по делу. Олечка, там у народа виски закончился. Видишь, так у меня очень мало времени. А если можно, покороче? Я ушла от мужа. И? Надеюсь, вы не хотите, чтобы я на вас женился? Нет, мне нужна работа. А работа у меня? Ну, у вас или не у вас, мне все равно. Вы же человек состоятельный, у вас куча связей. Помогите мне. К тому же, вы знаете, я не ворую. Ну, то, что не воруете, это плюс. А делать-то что будете? Я умею готовить. Я могу целые приемы устраивать. Муж всегда начальство домой приглашал. А еще я английский знаю очень хорошо. Мы с папой 3 года в Дублине жили. Он шеф-поваром работал в посольстве. Я такие умею готовить деликатесы, вам даже не снилось. Испытайте меня. Я даже продукты привезла. У меня, правда, очень мало времени. Если можно, спасибо большое. Нет. Нет? Я никуда не уйду. Что, сумасшедшая? Нет, я нормальная. Просто я на грани. Ники! Тебя там требуют. Да, сейчас. А ваши гости не проголодались? Я могу всех накормить. Где кухня, я помню. Подождите. Это вообще кто? Да так, знакомая. Хорошая у тебя знакомая. Я планировала остаться. Ну, Лапуль, я тоже планировал провести выходные вместе. Да? Ну, конечно. Ну, сейчас мне предстоит
неприятный разговор с этой особой. И потом мне отчет по немцам надо делать вечером. Так что я тебе позвоню, хорошо? Да, давай, ну, все, я буду ждать. Ну, давай, Лапочка, давай, все. Я тебе позвоню. Ники, я уже скучаю. Чмоки, чмоки. Ну что ж, от вас сегодня две пользы получилось. Первая, пообедали хорошо. И вторая, дама моя удалилась. Без лишнего шума. А то пришлось бы мне ее развлекать два дня. А ведь если подумать, вы первая женщина, которая, придя в этот дом, сразу начала чистить, готовить и убирать. Что же делали все остальные? Раздевались. Хотя надо отдать должное, что раздевались они в большинстве своем гораздо хуже, нежели вы готовите. Значит, вы меня нанимаете? Нет. Это исключено. Я вам не верю. Вы от мужа сбежали из-за того, что устали чистить, драить и готовить. От меня уж подавно сбежите. Хотите пари? Что вы еще придумали? Возьмите меня к себе. Подождите, выслушайте. Я буду работать у вас месяц бесплатно. Хотя нет, месяц я не могу. Две недели. Мне очень нужны деньги. Потом, если вам не понравится, вы меня уволите безвозмездно. И дело с концом. А жить где будете? Удобнее всего у вас. Но могу у подруги на Алтушке. А продукты? Кто будет закупать и привозить продукты? В этом деле я никому не доверяю. Это буду делать я сама. Имею в распоряжении транспортное средство и права категории «Б». Все продумали. Выпейте вина? Есть повод. Ну, а если есть? Ваша комната дальняя по коридору, дверь слева. Только уговор, потом не обижаться. На что? Ну, на то, что через месяц я вас выкину и не заплачу ни копейки. Ца! Этого не произойдет. Ну, вот и повод выпить. Извините, я на работе не пью. У меня начальник строгий. Спокойной ночи. Налево. Дверь слева, налево. Слева. Да, солнышко. Я очень скучаю, да. Я как только смогу, я вас сразу заберу. Да, очень скоро. Я люблю вас. Я вас целую. Пока. 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 Задержки платежей идут из Восточной Сибири. Но я решу этот вопрос дня через 4. И хлеб берите, это я сама пекла. Александр Ермолаевич? Да-да. Суп стынет. Так, конечно. Спасибо. Мам, а ты от нас ушла, потому что у папы есть любовница? Кто тебе это сказал? Я уже взрослая, я уже все сама понимаю. Любовница? Это та тетя, которая всегда папе названивает. А она ему названивает? Да, по телефону. Они ругаются постоянно. Ругаются? Да. Папа говорит, что на нем дети, а она эгоистка.
Оль, ты, проходи. Привет. Привет. Ты не ждал, а я пришла. Ты же у нас теперь отец-одиночка, а я твоя женщина, вот и решил тебя спасти. Очень хорошо, мне как раз помощь нужна. Ты, кстати, скажи мне, умеешь готовить сырники? Ну, сырники я не умею готовить, но зато у меня есть кое-что попикантнее. Давай, отлично, проходи. Вроде масло нашел, такое и такое. И мне, кстати, дали два рецепта. В одну нужно добавить муку, а в другую манку. Я не знаю, какой получится вкуснее. Попробую найти на то и другое. О, сразу повезло. Манку нашел. Ну, что ты там стоишь, про... Ник. Ты что, с ума сошла? Сейчас дети придут. Ник, ты совершенно не вовремя. Ты понимаешь, что я живу здесь не один? У меня дочки здесь живут. Любимый, но мы по телефону просто все время ругаемся. Я так соскучилась. Я понимаю. Давай, в следующий раз, когда ты придешь ко мне, предварительно позвони. Скажешь, Леша, ты дома? Все, и без проблем. Я же не один живу. С детьми. Давай. В следующий раз я тебя прошу. Давай, держи. На сумочку. И в следующий раз у нас все с тобой получится. А меня Семенов ущипнул. Чуть не до крови. А еще он мою вторую обувь спрятал. А она папе нажаловалась. А папа что? Папа пришел в школу и сказал Семенову, что если тот меня еще раз тронет, то он ему шею свернет. Теперь он меня за километр обходит, боится. А она в него влюбилась. Так, ничего я не влюбилась. Ты чего делаешь? Хватит. Вы мне лучше скажите, как вы питаетесь. Чем вас папа кормит? Пельменями. Пельменями? Мам, а ты когда вернешься? Ты же вернешься? Лисок. Заходите. Пап, а ты знаешь, что мы в зоопарке видели? Куда пошла, тапки дадим? Чего же вы там видели? Аба! Много всего. Много чего? Интересно. Привет, пап. Привет. А что ты делаешь? Как обычно. Посуду мою. Привет. Привет. Пойдем. Пошли. Наконец-то одумалась. Ну, что ты там стоишь? Проходи, рассказывай, как ты. А как Ника? Илюшка, давай без драм. Я очень рад тебя видеть, но перед тобой на брюхе ползать не буду. Идет? Да я, собственно, зашла-то сказать, что нашла работу, сняла квартиру и забираю свои вещи. Юль, ты что, издеваешься? Ты вообще имей в виду, что я весь этот кардебалет в один миг могу прекратить. Ты хочешь заставить меня ревновать? Юль, так не дождешься. Юль, подожди. Ты просто хочешь делать мне больно, да? Хочешь делать вид, что такая востребованная специалистка. Да я ни в жизнь не поверю. Дури мозги своим подружкам, а меня оставь в покое. Уже оставила. И что это за работа такая? Секретутка? Господи, да ты сошла с ума. Скажи-ка мне, а что ты действительно умеешь делать? Я умею готовить, мыть, стирать и убирать. И кое-где за это даже платят. Ух ты, ты это серьезно? Да, я совершенно серьезно. Прекрасно. Теперь ты у нас поломойка. Превосходно. Но если тебе там лучше, чем жить со мной, тогда действительно, дорогая, забирай-ка свои вещи. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Забираю свои вещи. А вот это чужое. А чужого нам не надо. Хочу сделать вам строгий выговор. Так я и знала. Сегодня ровно полмесяца, как я у вас работаю. 2 недели, как мы с вами заключили пари. Увольняете меня, да? Мне мал мой ремень. Что? Мне мал мой ремень. Мне что, новый покупать? Что это такое, вот скажите мне? Или мне дырочку новую прибивать здесь, вот здесь, вот на пряжке? Что мне делать? Во всем виноваты вы и ваши кулинарные изыски. Да оставьте вы в покое ваш ремень. Вы меня на работу берете? Шутите?
Да я молюсь на вас, как на утреннюю звезду. Мне так хорошо и уютно с вами. Я вообще дома вас запер и никуда бы не выпускал. Любовался бы. Вы мне вот что скажите. Вы мне зарплату будете платить? Ну что вы за женщина? Я вам, можно сказать, душу изливаю, а вы о материальном. Да будет вам зарплата. Подъедете в офис сегодня. Я уже отдел кадров предупредил. Оформят вас моим личным помощником. Еще вопросы? Нет вопросов. У матросов нет вопросов. Я тоже тебя очень люблю. А где ты будешь квартиру искать? Мы что, из нашего дома уедем? А когда? Понятно. Ну ладно. Распишитесь, пожалуйста. Это мне? Все? Извините, что за прошлый месяц выдаем вам расчет наличными. Банковская карточка будет готова через 2 недели. Все в порядке, Юлия Владимировна? Да. Так, теперь мне необходимо ваше водительское удостоверение. Николай Сергеевич велел оформить вам служебный транспорт. Он вас не предупредил? Нет. Так, у нас в гараже есть Ford и BMW оранжевый. Я бы взяла BMW. Хотите? Хочу. Сколько? Это он будет платить тебе в месяц? Ты уверена? Ты с ним спишь? Нет. В этом смысле я его не интересую. Я ему нужна как надежный тыл. Юлька, ну тыл у тебя, конечно, что надо. Но это все равно ненормально. Скорее всего, он извращенец. Или наши олигархи в конец зажрались. Ну, скорее второе. Я беру. Ты видела, сколько оно стоит? Ты представляешь, как оно будет на мне сидеть? Пойду к девочкам на 1 сентября. И пусть Леша увидит, что я смогу прожить и без него. Ладно, пойдем. У меня еще встреча с агентом по недвижимости. Недавно все 3 комнаты были отремонтированы. Все, что нужно для жизни, есть. Посудомоечная, стиральная машина. Ну, немного дороже, чем мы видели в прошлый раз. Но из бонусов. Рядом есть парк, и предоплата хозяевам не нужна. Мне подходит. Я беру. С вами приятно иметь дело. Гордей Эммануилович, мой босс, очень-очень большой человек. Поверьте мне, удивить его практически невозможно. Но вы должны хотя бы попытаться. Я ему сказал, что вы в 2 счета организуете для него прием по случаю юбилея. Не надо меня так смотреть. Мы улетаем с ним в Сочи на несколько дней. Выберите ресторан, закажете какое-нибудь интересное меню, музыкантов. Бюджет не ограничен, я в вас верю. Я никогда этого не делала, я... А, да, девушка, да. 2 билета в Сочи на утренний рейс, 1 класс. Есть, да? Отлично, я бронирую, да. Да. Ой, подождите, Николай! Да-да-да, я слушаю, что вы сказали? Ну и где же ваша мама? Она же обещала. Мамочка! Мои красавицы! Мои котеток! Какие вы у меня хорошенькие. Привет, Леш. Привет. Я даже тебя не узнал. Вау. Будешь богатый. Ты тоже молодец. Хорошо, девочка, идем. Вообще-то мы сами одевались. А мне папа косы заплетал. Да? Ну, папа молодец. Ну, ладно, бегите. Бегите к своим. Какая мама у нас красивая. Давай быстрее, не болтай. Я тебе говорю, она красивая. От тебя невозможно оторвать глаз. Ты очень сильно похорошела. Ну, в основном, мою полы и готовлю.
ты? А такое ощущение, что все делают наоборот. Для тебя моют полы и готовят для тебя. Ну что, пойдем? А то директор уже начал вещать. Пойдем. Я просто попробовал еще сделать на платье. Приятная на ощупь. А, кстати, где ты припарковалась? Вон там. А может, я тебя провожу? Ты разве не торопишься? Работа не волк, в лес не убежит. А вот ты можешь. Юлечка, я хочу сказать тебе, что я очень по тебе скучаю. Правда. Мне не хватает той домашней, моей Юльки. А я так вижу, ты немного изменилась. Ну и какая тебе нравится больше? Ну, конечно, я хочу, чтобы вернулась ко мне та моя родная домашняя Юлечка. Я хочу попросить тебя, чтобы ты отпросилась в субботу с работы. Хочу пригласить тебя в ресторан. Хочу так же, как раньше, ухаживать за тобой, добиваться тебя. Я так понимаю, у меня есть шанс? А как же Ника? Юля, ну какая Ника? С ней все давным-давно закончено. Ну, серьезно. А знаешь что? А давай дома. Супер. И даже лучше. Надоели мне эти рестораны. Угу. Мне поручили организацию банкета. У-у-у. Там бюджет неограниченный, юбиляр очень важная шишка. Волнуюсь страшно. Как сэкономить, я знаю, а когда бюджет неограничен, я теряюсь. Ну, ответь, это, наверное, что-то важное. Да не, ерунда. Ты знаешь, я квартиру сняла, ага. Так что, думаю, будет лучше, если девочки переедут ко мне. Юлечка, я с тобой полностью согласен, но нашим девочкам будет лучше, если мама вернется домой. А что это? Это моя машина, это мне на работе выдали. Юль! Я хочу тебе сказать, что я очень тебя люблю. Пока, Лёш. Увидимся дома. Да. Да, ты как раз не вовремя. Мне очень неудобно говорить, потому что я со своими девочками нахожусь в школе, на школьной линейке. Ой, Каринка, он мне кучу комплиментов наговорил. Смотрит на меня совсем другими глазами. На свидание пригласил. Позвоню агенту, откажусь от квартиры. Чует мое сердце, она мне не понадобится. Знал. И я для того, чтобы добиться этой должности, пахал годами, годами. В институте учился, взятки давал, откаты пихал эти, пил с разными придурками, чтобы получить эти контракты. Да она неделю работает, и бюджет у нее не ограничен. Это Рибра. Ты бы видел, как она выглядит. Видать, бабка хорошая зарабатывает. Он за что? Наверное, за то, что креветки оливковым маслом поливает. Самостоятельность. Да уж. Квартиру сняла. Детей. Детей решила забрать. Ну так и флаг ей в руки. Зато ты теперь свободен. Лёш, ну мы так об этом мечтали. Ну. Я все понял.
Не может она самостоятельно заработать столько бабок. Ума у нее не хватит. Я понял. У нее точно есть любовник. И пока я, дурак, зарабатывал деньги для семьи, она кувыркалась с этим придурком. И стоило мне один раз оступиться, она цинично все просчитала и решила меня опрокинуть и свалить всю вину на меня. Оступиться, да? То есть ты считаешь, то, что между нами происходит, это так? Недоразумение, да? Леша. Где спальня? Спальня где? Леша. Да. Здрасте. Привет, пап. Привет. Не беспокойтесь, девочки, пап просто очень сильно устал. Меня, кстати, Ника зовут. Можно просто Ника без тети. Вы идите, девчонки, отдыхайте. Ложитесь. Анна, ложитесь. А с кем-то, папа? Я не знаю. Пошли спать. Пошли. Лёш. Лёш. Вставай, Лёш. Что ты здесь делаешь? Да вот, тебя спасаю. Держи. Я, кстати, девочек-то кормила, одела, расчесала, отвела к подружке. Mm-hmm. У нее сегодня день рождения, да. Mm-hmm. Да ты не переживай, мы с девчонками сразу сдружились. Давай. Кстати, на работу я позвонила и сказала, что ты заболел. Так что давай ложись и ни о чем не думай. Ложись. Спи. Спи, Лешенька. А я о тебе заботиться буду. Кухня у вас действительно прекрасная. Придраться не к чему. Ну, давайте поговорим об оформлении зала. Нет, ну что это такое? Это никуда не годится. Наш Кюбеляр – президент фонда эффективной политики. Он очень хорошо разбирается в подобных вещах. Ну, не заставляйте меня искать другое заведение. Можем рассмотреть еще варианты. Давайте будем отталкиваться от приглашений. Их Юбиляр уже утвердил. Хорошо. Так что до завтра жду от вас новые идеи. Очень мало времени. Хорошо. А вы, наверное, за девочками, они уже на дне рождения. Даша вам ничего не сказала? Ника, это вы кто? Уверяю тебя, уже никто. Юля! Юля! Леш, ну куда ты в халате-то? Юр, ну подожди, куда ты бежишь? Подожди. Ты все неправильно поняла. Ты делаешь мне комплименты, говоришь о том, что у нас есть будущее. В это время в нашем доме живет это. Я не знаю, как так получилось. Я совершенно серьезно тебе говорю. Она мне совершенно не нужна. Только ты мне нужна. Я признаю, я дурак. Значит так, я забираю детей. Зачем они вам? У вас теперь с Никой новая прекрасная жизнь. Юлечка, я тебя прошу, не убивай меня. Не забирай у меня детей. Я не смогу без них. Я
не смогу без вас. Ты сможешь их видеть в любое время, когда захочешь. Я все сказала. Оставь меня. Все. Юля! Юля! Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня извините, я опоздала, задержалась. Я сейчас все уберу, только переоденусь и... Постойте. Покрутитесь-ка. Юля, это вы? Вы что, ходили на свидание? Кто он? Да нет, я просто... Я встречалась с мужем. Я думала... Вернуться к нему? Ну, хотелось, чтобы он... Увидел, кого потерял. Вижу, что ваш план не удался. Юль, может быть, вам станет легче? Но я хочу вам сказать, что выглядите вы умопомрачительно. Алло, да, здравствуйте. Я по поводу трешки, та, что с видом на парк. Как сдана? А может, не может. Понятно. Да. Что же это за день-то такой? Юля, у вас все хорошо? Нет. У меня все нехорошо. Муж привел в дом эту... Назвать-то... Ну, назовем ее женщиной. Я хочу детей забрать, а мне некуда теперь. Я как представлю, что они с этой там... Ну, вы же знали, что у него женщина. И что рано или поздно она все равно займет ваше место. Нет, но... Ну, мне показалось, что он хочет как-то наладить все, вернуть, как было. Я от квартиры отказалась. Ох, нельзя же быть такой глупой. Вы меня извините, что я вас тут... Разоткровенничалась. Это не ваше дело. Мне кажется, я знаю, как вам помочь. Давайте руку. Поехали. Леш, ну чего ты раскис? Ну, рано или поздно мы должны были с ней столкнуться. Она забирает детей. Мила, ну ты же можешь видеть их, когда захочешь. Зато теперь у тебя будет больше времени на нас. Мы сможем ходить в театр, ужинать в ресторанах, гулять после работы. Слушай, а давай возьмем отпуск и рванем куда-нибудь в Италию. Солнце, море, романтика. Я так устала. У меня была семья. Дом, дети, жена, которая меня обожала, на которой все это держалось. А я взял все и испортил. Говорил, куда ты денешься с подводной лодки? Что ты без меня? Еще приползешь ко мне. Я своей жене говорил, ты приползешь ко мне. Какой же я идиот. Леша, как же мы? Что?
Что значит мы? О чем ты говоришь? О чем ты говоришь, Ника? Какие мы? Нет никаких мы, нет никаких нас. Ты извини, но нам... Нам с тобой даже поговорить не о чем. Ну, ты же говорил, ты же обещал... Что я обещал? Ах, да, совсем забыл. Будем считать, что ты назначена на должность главного технолога. Но это все. Ника, послушай. Уходи. Ты молодая, красивая, умная. У тебя все будет хорошо. Леш, ну мне ты нужен. А мне нужна моя семья и моя жена. Все. Леш, ты просто сейчас неадекватен. Я прощаю тебе все эти слова только потому, что ты не, сам не понимаешь, чего ты говоришь. Спасибо. Юль, все ваши проблемы решаются. Тем более, это и не проблема вовсе. Перевезете своих детей ко мне. Прошу, даже не возражайте, хорошо? Все, договорились, завтра. Привозите своих девочек. Познакомимся, поболтаем. Думаю, что я найду с ними общий язык. Кстати, я говорил, что дети и животные меня любят. Николай, спасибо вам. Я вам очень признательна, но... Как только я найду квартиру... Да, знаю. Сразу уедете, не будете мне докучать. Добро. Хорошо. Ну? Ну, когда она переезжает-то? А она уже переехала. От козела. Слушай, ну как-то несправедливо получается. Изменил тебе он, а расплачиваешься за все это ты. Разлучнице нужно отомстить. Разлучнице. Я просто хочу все забыть и начать жить заново. И забрать у него детей. Только вот он просто так их не отдаст. Ну так нужно, чтобы дети? Чтобы дети допекли эту Нику так, чтобы Лешке не было другой возможности, как вернуть детей их истинной владелице, а то есть тебе. Ну или можно какую-нибудь драгоценность ей подбросить. Ну и сказать, мол, украла. Маш, ну? Ну ты что? Ну а что? Детективов, что ли, начиталась? Ну, я так. Ладно, пошли. Она не должна остаться в нашем доме, иначе мама никогда больше не придет. Что же мы будем делать? Да? Алло? Ирина Юрьевна? А, я предупреждала, что меня сегодня не будет, да? А я здесь при чем? А, я понимаю, что наша линия обеспечивает работу всего цеха, да. Завтра в 8:00 все вопросы будут закрыты. О, привет. Слушай, где тебя черти носят, а? Я, между прочим, одна и по дому, и с детьми, и на кухне. Мне с цеха звонят, линия встала. Дурдом какой-то. Ты пешком из Желебина шел, что ли? Я еще не успел порог дома переступить, а ты на меня орешь. О, привет, пап. Я, между прочим, работал, в отличие от тебя. Ну, что там у вас с математикой? У вас вроде учителя меняет. Нормально? Фу! Фу, гадость! Лиза, ты что, так нельзя говорить? Вообще-то я весь день у плиты простояла. Поэтому извинись, пожалуйста. Не буду. Лиза. Лиза, и все? Я не знаю, как в этом доме заведено обращаться с женщинами, но к себе такого отношения я не потерплю. Лиза, я тебя прошу, извинись. Ника, между прочим, целый день у плиты стояла.
Не буду. Хорошо. Всем приятного аппетита. Так, кто это сделал? Пап, да это не мы. Да, это все она. Точно? Да, и вообще, выгони ее, а? Ника, ты где? Ты не видел ключи от моей машины? Я их вчера вот здесь оставил, а их нет. А? Давай, Слава. Ну, какие шутки? Ну, правда, давай. Девчонки, мы уже собрались. Мы опаздываем на совещание. Давайте да, быстрее. Да, не волнуйся, мы все успеем. Ты спускайся, а я соберу девочек. Кстати, ты не видел мой пиджак? Покажи язык, давай. А вы что, еще не готовы? Губы подними. Как же вы меня достали, а? Живо обуваться! Я еще носки не одела. Это твои проблемы, девочка моя. Господи, когда только ваша мамаша недоделанная сообразит, что вас нужно забрать отсюда к чертовой бабушке. Быстро обуваться, давай. Девочки, выходим. Так, это что такое? А это сейчас очень модно. Мы с Лизкой вчера весь вечер рисовали, старались. Это что такое? У меня через час совещание, я вам руки все поотрываю сейчас. Это бог с ним, с лягушачьими лапками. Я их съел, подумал, курицы, неважно. Вы, кстати, были во Франции? Нет. Ну, не страшно. Есть можно их, они вкусные. Но улитки есть нельзя, потому что они, наверное, тоже вкусные. Я так и не осмелился их съесть, потому что выковыривать вот эту вот студенистую массу из... Да, доченька, я тебя слушаю. Кто избила? Не плачь, моя хорошая, я сейчас приеду. Ах ты, стерва! Как ты могла тронуть моих детей? Успокойтесь, Юль. Отпустите меня. Тебе надо было вечером в ресторане. Успокойтесь, Юль. Да это тебе, курица, сначала своих детей воспитать нужно, хамских. Рот свой закрой. Отойди. Слушайте, ну не надо здесь висеть, Наша. Все, я не буду. Все, я спокойна. Давайте успокоитесь. Я спокойна. Да. Ты так и будешь стоять? Ника, я больше тебя здесь видеть не хочу больше никогда. Тряпка. Возьмите сегодня, лежу. Успокойся. Умная женщина, в конце концов. Давай, вали отсюда! Увижу, убью, поняла? Все. А ты как ты мог, а? Как ты мог позволить ей трогать наших детей? И я тебе этого никогда не прощу, никогда сложишь! Мамочка, мамочка! Мои хорошие, мои зайки. Вы не испугались, да? Не испугались, да? Ну не плачьте. Не плачьте, не плачьте. Все. Все, я здесь вас не оставлю. Мы уходим. И только попробуй! Мне помешать. Все, мой хороший, все. Все хорошо. Никому вас не отдам. Садись. Садись. Все хорошо. Ненавижу тебя! Легко и непринужденно. Да, ну что, да. Чемпионы, ужин готов. Все к столу. Ужин не для лузеров. Готовься, я еще потренирую. Да, конечно. Да. Удачи. Ого! Лиза, положи! Мам, ну что она? Мы же в гостях. Да все хорошо. Держи. Держи ты. А почему мне маленькую, а ей большую? Потому что ты мелкая. Да я не мелкая. Сейчас тебе большую тоже дам. Так, девочки, вам спать уже пора. Все, идем чистить зубы и спать. Все, давай, давай, Дашин, забирай Лизочку. Пошли умываться. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
Вы девочек просто покорили. Я даже и не думала, что вы так ловко общаетесь с детьми. А я разве не говорил вам? Дети, животные меня просто обожают. Кстати, что у нас с Мию на завтра? Гордей Мануилович планирует завтра два приехать нам на обед. Даже выговор мне сделал. Говорит, все у твоей прекрасной Юли уже отобедали. От меня скрываешь? Вы ответьте уже на телефон. Не волнуйтесь, вам понравится. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Юль, весь дом в вашем распоряжении. Ну, бассейн да, есть? Да, сейчас покажу. Угу. Да. Вот хороший ракурс. Так. Даже нет. Лучше, лучше давай. Угу. Там море открывается. Да, 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 да. Да, хороший. Это тоже неплохое. Угощайтесь. Вам нравится? Да, очень красиво. Всегда мечтала о доме на берегу моря. Но, правда, в моих мечтах он был гораздо проще. Юль, а тебе не кажется странным, что в квартире совсем нет ее вещей? Я же все шкафы облазила. Вещей-то, может быть, и нет. Но она точно есть. Я ее видела. Да я к тому, что, может быть, она не переезжала вовсе. Так зашла. Угу. Слушай, ну Алешка это вообще никак не оправдывает. Козел он и в Африке козел. Че о нем говорить-то? Ты мне лучше о миллионере своем расскажи. Ну, было ли между вами что-нибудь? М? Ничего между нами не было и быть не может. Ну подожди, Юль, ну он тебе подкатывал. Ну не за пирожки же с капустой. Он тебя с двумя детьми в большой дом пригласил. Ой, девочки, мне кажется, я ему нравлюсь. Так. А ты что? А я к нему ничего не чувствую. Юль, ну что значит ничего не чувствую? Ну ты к Алёшке тоже вон столько чувствовала, и дальше что? Мужиками надо уметь пользоваться. Пусть он тебя любит, а ты с гордостью это принимай. Я, Маш, Лёшку люблю. Я люблю своего мужа. А. Давай, Лисочка, давай. Здрасте. Привет, Даш. Здорово. Ну что, устроим сегодня реванш? Здрасте. Купил, привет. Симулятор руля купил. Педальку. Так что ты готовься сегодня. Папа, Юля. Папочка. Юля. Юля, я прошу вас, не уезжайте. Лёш, ну мы же с тобой уже все обсудили. Я сниму квартиру недалеко отсюда, и ты сможешь видеть девочек, когда захочешь. Подожди. Я хочу, чтобы вы остались в этом доме. Это ваш дом, понимаешь? Я сам уйду. Я не хочу, чтобы мои девочки видели чужого человека и жили у него. Я остался здесь только по одной причине, что я верил, что вы вернетесь, и все будет как раньше, понимаешь? Я не хочу, чтобы мои девочки видели этого хлыща. Я бы и тебя к нему не пустил. Ну, что я могу поделать? Я понимаю, что я полностью виноват. Мам, как папа будет без нас? Я никуда не уеду без папы. Если хочешь, езжай, мы остаемся. Пап, пойдем домой. Пойдем. Девочки, девочки, ну куда же я без вас? Я без вас никуда не поеду. Мама, мы будем ждать тебя дома. Не уезжай никуда. Пока. Пока, Даша. Я сейчас. Николай, вы столько сделали для меня. А я обещала вам помогать и только все усложняю своими проблемами. Я пойму, если вы мне скажете больше не приходите. Юль, я же все понимаю. В понедельник увидимся.
и попрошу вас не опаздывать. Петр Сергеевич! Да-да! Петр Сергеевич, с третьим, четвертым все понятно? За шестым столиком вода только без газа. Что у нас там с горячим? Айд момент, Юлия Владимировна, ждем мусор с белых грибов и подаем. Я на вас надеюсь. Семенов, у нас сегодня гости горячие, дождутся. Артист на вторую часть вечера опаздывает, а струнный квартет должен уезжать. Сейчас певица поет. Именинник просит, чтобы его племянник спел. А если он не умеет? У меня голова кругом. Найдем мы этому племяннику караоке, но позже, а сейчас пусть Демидова поет. Юлия Владимировна, я делаю мохито по-своему или вы будете пробовать? Делайте. Хотя, нет, я попробую. Шампанское? Юлия Владимировна, там один из гостей привел с собой трех сопровождающих лиц. В списках их нет. Пустите? Ну, пускайте, а что делать? Юлечка, юбиляр хочет вас видеть. Но... Никаких «но». А зачем? Ну, не знаю. Сказал, что у него какое-то интересное предложение для вас. Пойдемте. И еще. Юля Владимировна, еще вопрос. Потом. Добрый вечер. Расслабьтесь. Вечер прекрасный. Выглядите вы замечательно. Благодарю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Просто возьми мою руку, я стану в сером, ты мне только нужен меня. Умный, подожди. Образованный и ответственный распорядитель, который сумел бы придать нашему приему в частной резиденции особую атмосферу. Я уверен, что вы справитесь. Не получился белый танец, пусть это будет серый блюз. В Сочи сейчас очень много всего происходит. Так что нередко переговоры мы проводим именно там. Я не могу, у меня дети. Кстати, там есть прекрасная частная школа для ваших детей. Ты просто порви мои нити, я стану в сером, ты только со мной разреши. Все это так неожиданно. Да, для меня тоже. А я еще тогда на обеде понял, что Гордей вас приметил. У него на людей особое чутье. Ведь не ошибается ж никогда. Ведь вы действительно как никто другой подходит для этой работы. Я не могу поверить. Сочи, море, дом на берегу, любимая работа. Нет, это происходит как будто не со мной. Почему мы остановились? Юль, я прекрасно понимаю, что в Сочи для вас открываются большие перспективы. Вы действительно этого заслуживаете. Не имею права я вас отговаривать. Но если вы вдруг откажетесь от этого предложения и останетесь со мной, Господи, как же косноязычно и криво я пытаюсь вам сказать, что... Милый, хороший, добрый мой человек, вы столько сделали для меня. И я могла бы вам сказать, что люблю вас и остаться жить в вашем прекрасном доме и наслаждаться жизнью, но я не могу. Это было бы нечестно. Простите меня. Больше не приедете. Нет. Я приму предложение Гордея Мануиловича и уеду в Сочи. И буду заниматься детьми и любимой работой. Я не хочу никого любить.
квартирку сниму. Так что, если будет желание, милости просим. Заходи. Спасибо. Леш, да. Мне тут работу предложили. А я в курсе. Мне девчонки рассказали. Я тебя поздравляю. Даже спасибо. Более того, горжусь тобой. Значит, ты не против, что мы переедем в Сочи? Какие Сочи? Я думала, ты знаешь, но это работа в Сочи в частной резиденции. Скажи мне, пожалуйста, дорогая, Николай твой мутит? Все никак не успокоится? Николай здесь ни при чем. Это мое решение. Я буду там работать. Мы жить будем в доме у моря. А девочки будут ходить в частную гимназию. Это всего на год, Леш. Ты будешь приезжать, когда захочешь. Я не буду возражать. Еще бы ты возражала. Чего это ты будешь возражать? Ты у нас теперь крутая любовница миллионера. А скажи мне, дорогая, может быть, твой друг-миллионер меня тоже работкой обеспечит? У меня вроде руки из того места растут. Могу водителем работать, могу садовником. Знаешь что? Можешь кричать сколько угодно. Это ничего не изменит. Ни под кого подстраиваться я не собираюсь. Юль! Юль, ну подожди. Ну я не то хотел сказать. Юля. Он придет? Нет, конечно. Он даже не знает, что мы улетаем. Мы с ним даже толком не попрощались. Он сразу начал кричать, что это козни Николая. Что ему Николай сдался? Ревнует он. А ревнует, значит, любит. А вот как раз в этом я очень сомневаюсь. Еще Ника это... Послушай, Ника это вообще уже позавчерашний день. А я уверена, он тебя любит, и он хочет тебя вернуть. Чтобы меня вернуть, нужно было попросить меня остаться. Он этого не захотел. Куда я еду? Зачем? Да. Да, всего хорошего. Будьте добры. Чем обязан? Что, любишь уводить чужих жен? Руку давай. Руку давай, любовник. Тихо, 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 тихо. Тихо. Слышь ты, отстань от моей жены. Отстань от моей Юльки. Слушай, ты же сам ее с квартиры выгнал. Она же пришла ко мне, как побитая собака, неуверенная в себе. Что? Теперь, когда крылья выросли, снова нужна стала, да? Слышь ты, филантроп, я сам со своей женой разберусь. Понял? Да. Ты мне только скажи, где... Моя жена. Где моя жена? Да уволилась она, придурок. Ты не знаешь, где она? Значит, в Сочи она улетает одна? Ты что несешь? Дурак же ты. Как улетает? Швецов, ваши документы, пожалуйста.
Юль, пора идти. Мам, наша рейс объявили. А папа не приедет? А папа приедет? Папа! Дорогие мои. Папа! Ой, здрасте. Папочка! Привет. Пойдем чемодан заберем? Привет. Привет. Юлечка, я очень тебя люблю. Я не хочу, чтобы ты куда-то уезжала. Я тебя никуда не отпущу. И про это Сочи забудь, слышишь? Ну, Лёш. Юлечка, я хочу сказать, что я понимаю, что ты не можешь жить без работы. Поэтому я для тебя у нас в офисе на 5 лет снял в аренду. Слышишь, только для тебя. Целый этаж. Хочешь, делай там химчистку. Хочешь, кафе. А хочешь, как ты любишь, делай там ресторан. Лёшка! Пойдем. Она такая счастливая. Не плачь, моя хорошая. И мы с тобой будем счастливыми, если очень захотеть. Захотеть? Так я давно хочу.